Привет всем, вы на канале Дезинарт, это обзор магазина на 21 июня. Поехали! Как и обычно по нашей программе, я быстро показываю вам все, а потом более детально рассказываю, а потом показываю арты. Ух ты, какие-то новые для меня скины здесь. Довольно интересно. Ну, прогрузка что-то медленная. Партизан. Серпобита. Топовые эмоции перекопытом. Кайт. Классная штука вообще. Бесконечный бой. Поехали. Так, теперь более подробное. Гроза... Грозоболот. Ну, это новый стиль. Это новинка. Это неплохо. То, что это новинка, которую еще никто не увидел. А давайте услышим его. Ну, для любителя, короче. Я честно не знаю. Ну, обертка вообще херня полнейшая. Не советую ее брать. Да ну ее. Ну, под этого чела так подходит. Да, если кто любит такого чела. А у него, в принципе, под образ неплохой. Ну, новый же. Четкий. Как я понял, это что-то связано с акулой, да? Нет, с крокодилом даже. Да-да-да, крокодила. Ну, вот, кто любит, оценит эту штуку. Прикольная тема. Так, ну, я бы для себя не брал, потому что я люблю девочек. Это не девочка, и мне обидно. Такой себе, короче, бэкпак. Не знаю, для любителя. Ну, я точно не оценил. Идем дальше. Ядовитые зубы. Ну, в принципе... Ой, много подобразов. А, нет, два. Звук прикольный, да? А чё за топовый звук, алло? Нет, топовый звук. Амфиптер. Амфиптер. Тоже что-то четкое. Реально классно выглядит. Неплохо, неплохо. Блин, вообще круто. Как змея какая-то. Кто год змеи? Я год змеи, привет. Так, окей. Бросок змеи. А, ну вот как раз я же говорю, змея. Ля, классная. Ля, классная. Животик, жаль, не видно. Но вообще она четкая. Глаза, как у змеи. Черный класс. Черно-красный стиль. Один из моих любимых сочетаний цветов. Знаете, это круто. И бело-золотой. Ну, бело-золотой топовый, да. Ля, она так блестит. Хочется, пиздец. Ну, короче, она крутая. Советую брать, берите, не пожалеете. Такой в игре еще не было, так что еще даже на глаза не сильно бьет. Идем дальше. Топовая кирка. Слишком часто видел, но топовая. Уличный мажор. Шикарная штука. Фенечка для любителя. У нее лицо не вышло, а так она выглядит сзади, спереди. Вообще топово. Вообще, вот видите, как она сзади выглядит? Это топово. Красивая. Ну, короче, как-то так, да. Ну, топо выглядит. И классный мишка сзади. Вообще, мишка офигенно показывает язычок, как надо. Ангус для любителя. Не скажу, что я его не люблю и все в этом духе. Он для любителя, серьезно. Тут ничего не придумаешь. Так, давайте смотреть дальше. Партизан. Редкая экипировка партизан. Первое появление сезон первый. Вообще четко. Четко, что с первого сезона. Но это реколор. Фу. Серпобита. Тоже с первого. Прикольный звук, но так себе. По-любому брать. Это очень душевная штука. Когда вы так делаете и прикалываетесь с кем-то, это классно. С этим 100% брать нужно, это офигенная вещь. Так, сложные вычисления. Я не могу брать, у меня вообще надо 4000 накопить и челу вернуть. Так что, и было бы, я бы прям на стриме так и купил. Ну, это стрим и плюс запись где-то так. Так, идем дальше. Теперь по нашей программе мы смотрим арты. Давайте, смотрите арты. Люблю арты. Сегодня, кстати, арты будут топовые. Так, что у нас? Ну, классная штука. Не знаю, это из Fortnite или нет, но она классная. Четко выглядит. Кто не любит собак? Ну вот кто не любит эту собаку? Бля, она... Собакена. Он же когда-то был на продаже. И у него три классных подобраза. Блин, он реально топовый. Люблю Собакена.
просто арт того, что можно получить за реальные деньги, типа, у себя дома. Классный скейт. У меня, кстати, тоже есть скейт. Он не скейт, он именно пенниборд. И это типа, такая фишка. И, кстати, смотрите, из него можно бить. Это же охрененно, бля. Топовая вещь. Идем дальше. Господи. Во-первых, это создатель, как я понял, что-то по Fortnite с основой связано. Так еще и девушка. Бля, меня покорило сразу же. Если такой скин есть, то это клево. Это очень круто. Помните, она тоже была на продаже. Она классная, бомбистка, идеалистка или как-то так. По-другому. Не идеалистка, по-другому. Но она клевая тоже. У нее бэкпак классный, у нее там шарики. Они, когда двигаешься, двигаются тоже. Она вообще крутая в этом плане. Очень нравится. Ее стиль, в принципе, неплохой. Тоже топовые. Выглядит прикольно. Кстати, такую штуку я в фотошопе не знаю, как делать. Хотел бы узнать. Кто знает, пожалуйста, помогите потом. Пойду ли я играть? Я должен сейчас сделать два видео, потом пойду играть. Есть такой подобраз? Нету такого подобраза. Но выглядит четко. Вот, Бруто. Берет и убивает всех. Война войной, а Энори не любит войны. Майка Тана новая. Надо получить кайф же от него. Косплей. Классика. Бомбистка-пацифистка, понял? Я неграмотная сволочь. Так, Tilted. Вау. Но кто не любит? О, чё это? Ага, а вот еще один Мидас с золотыми руками. Четкий чел. Прикольно выглядит. Но честно, я парней не люблю вообще. Типа, добавлять к себе не стал бы. Когда девушка бросила. Ебать, фигово. Я же диплом делал, да? Ну, вы же уже... Я уже буду налаживать стримы и делать обзоры более-менее. Сори, что 2 недели пропадал. Говорил, что 16-го вернусь, не вернулся. Но мне 16-го... Было все готово, я должен был уже сдать. Но в итоге мне поменяли задание, и за 3 дня сделал диплом. Восстанавливался долго после диплома. Я 2 недели ничего нормально не ел и не спал вообще. Типа, приходил и дыхал постоянно. И поэтому как-то так. Сори, что не было стримов и обзоров магазинов. Хотел, постоянно хотел, проебал кучу бибаксов, тупо из-за этого. Это был обзор магазина, чуть-чуть, чуток новости канала. Ну и как-то так. Всего хорошего, до скорых встреч. Постараюсь чаще сейчас стримить.